Всем привет, с вами Фрост и... И Грани. Вы мне писали в комментариях, что бабушку обновили, я вас услышал. Поэтому... Я прибыл. Из будущего. Чтобы дать пи***плей. Хотя, скорее, правильно будет сказать, что я отправился назад в будущее, потому что, как бы, вы в будущем, а я-то из прошлого записываю, в теории. Поэтому ставь лайк, что я, вообще вернулся к вам в будущее. Из прошлого. Какая нахер разница? Надо бабушку на место поставить. Чё она, типа, обновилась, типа, у неё новая комната добавилась, типа... Новый питомец добавился, типа машину переделал. Я нихера не читал, это просто сплетни, которые я успел прочитать в комментариях. Без понятия, что из этого правда, что из этого неправда. А еще вроде говорит, как ее как-то можно заморозить. Моим холодным сердцем, когда я ее отвергну. Когда она захочет со мной обнимашек, а я ее отвергну. Но знаете, что я заметил? Главное обновление этой грани, что она, сука, начала лагать. На эмуляторе, который заявляет, что он мощнее любого твоего телефона в 10 раз, он лагает на медиуме. Качество. Ознакомимся с бабушкой, вот так вот ей по жопке, по ее старой морщинистой. Вообще промазал? Видимо, это был знак. Но это не точно. А еще убрали начальную анимацию в лесу. Это как бы... Хз, зачем они ее убрали? Ну, видимо, для будущих поколений оставили. Нам показали, и все, хватит. Для внуков оставим. Чтобы им что-нибудь новенькое было. Хотя, как мы уже поняли, все новое, хорошо забытое, старое. Но мы им об этом не скажем. Или скажем. Зовите своих внуков в прошлое смотреть этот ролик, короче, вот. На этом мы порешим. Что, почему так плохо двигать? Почему такой, сука, мышка? Меня пингует мышка. Мышка пингует. Пойдем посмотрим, что там за новое у нас обновление добавилось. Так, тут пока... Ничего нового не происходит. Ничего нового. Вот я смотрю и ничего нового не наблюдаю. Ничего нового не наблюдается, как вы знаете, да? Знаете, понял, да? Понял, да? Ё-моё, ключик. Weapon case. Так, бабусь, извини. Да ёб твою мать. Бабусь, ты знаешь что? Знаешь что? Спать пора. Спят усталые бабуси. Ёпта. А ты чё? Ху-ху! Здравствуйте, я ваш внучек. Еб на ноль, бабушка. Старым слова не давали. Старым слова не давали. Я прибыл из будущего, чтобы... Ну ты поняла, да? Ага. Угу. Я понял, старая, что вытворяет? Ёб ты насрал, я и сейчас ее старую ногу к стену. А почему дверь открыта, кстати? А, она за... Сука, она меня ёбнула и заснула на 2 минуты. Я с нее просто в восторге. Она, это, знаешь, типа, как стрельнули друг друга одновременно. То есть, ну ладно. Ладно, бля. Ах ты ж, бля. Картины твои. Апа! Иди сюда, на. Ты издеваешься, Вася? А где он? Окей. Окей. Что-то новенькое. Мастер Кей. Очень интересненько. Уже Мастер Кей мы надо, блин, бросим его сюда. Хера ты, блядь, улетел. Что-то у вас, ребят... Да шо ж как лагает, а? Ладно, пускай здесь полежит пока. Пойдемте зачекаем новую локацию. Новая локация, вот она. Вот она, новая локация. Хома!
Я не могу встать. Я думал, достаточно высоко, чтобы я мог встать с колен. Так, это очень интересненько, но я не понимаю, где это и что это. Это какая-то канализация из... Counter-Strike. О, здрасте! Я, пожалуй, потом зайду. Очень интересненько. Слушай, а если эта дверь ведет в подвал? Не подвал, а где я видел тот ключ? Не, не совпадает что-то. Где я? О, Газолин! Я слышу бабку, она где-то там ходит. Это не круто. Ё-моё. Ё-моё. Кидать? Ух ты! Ух ты, сука, я тебе... Мне пох. Так, почему я не вижу кнопки обоссать? Что такое? Ну, сука. Ой, до свидания, пар... Скуда шерстяная? Ты чё пришла сюда? Тут не надо! Все, мы с тобой не друзья, нихуя. Так, у нас с тобой общение с самого начала не заладилось, понимаешь, да? Понимаешь, да? Ну, я думаю, ты понимаешь. Ну, давайте посмотрим. Так, а что у нас здесь? Я так и не дошел же до сюда. А ничего. А вот так вот, а ничего. Кусок ружья. Это мы заберем. Ничего. Ё-моё, это что-то, почему тут? Ах ты, сука, вот оно. Ах ты ж, блядь. Ружьишко. Они... Хаммер. Нам нужен хаммер, чтобы переехать его нахер. Вот оно что где, а вот оно, оказывается, где проход-то у нас. Тут все у бабушки завязано, бабушка все контролирует. И теперь столько возможностей просто обдуривать бабушку, получается, она везде ее можно обойти. У нее владение расширили, теперь чекать намного больше всего нужно. Так, очень интересно. Ё-моё, что-то с машиной сделали! Что-то машина обосранская стала какая-то, еще хуже. Ну хотя бабушки нормная. Да почему так лагает? Шатган, я почти собрал полностью шатган. Бабушка, здрасте, здрасте, бабуль. Пенсию вызывали, А пенсии отменили, все, нету пенсии. Я ухожу, все, нет пенсии. Думали, пенсия будет, а пенсии нету. Пенсии вообще не в курсе, что она должна быть. Ну, жизнь такая, жизнь, она боль, понимаешь, боль. Бабусь, ну ты не серчай, если что, я потом как-нибудь на чай зайду, может быть. А может не зайду, а может зайду, а кто меня знает? Я загадочный, понимаешь, я загадочный. Типа, может быть зайду, а может быть не зайду. Жди меня и страдай, как говорится. Вот, пока тут ходишь, я уже соберу дробовик и... Ну ты понимаешь, ты любишь свинец. Понимаешь, я человек простой. Собрал дробовик, угостил свинцом. А? Интересный вариант, а по-моему, весьма. Блять, капкан мне поставил, сука. Да шо так и лагает, блять? Почему, сука, так лагает? Карке ему нужен, ну-ка иди сюда. Бабусь! Two hours later. Вышла бабка погулять, вышла бабка почесать, вышла бабка в огород. Нихуя к нам бабка не идет. И сюда. Алло. О, бля, нихуя захотела. 2 минуты 30 секунд. Ха, бля! Так, знаете, какой у меня разговор с воронами будет сейчас? Бабуль, ты это, зубы подбери, а то валяются по всей дороге.
Как будто солью посыпали только твои зубами. Так, ща мы с Каркушей поговорим. Ну-ка, попади нахер, страшно. Карыч, блядь! От Лосяша привет. Чао, бомбино, сеньорито. Оливидерчи... Что-то там. Короче, пока. Я не знаю, возможно, его можно было подкупить мясом, но у меня разговор короткий, у меня есть дробовик, зачем мне кого-то подкупать, когда я просто свинцом ему вальнуть, и все вопросы снимаются, понимаешь? Подожди, вот сюда. Вопросы все сами с собой отпадают. Вопросы отпадают, когда у тебя появляется дробовик. Просто снимаются автоматически. Кстати, здесь мастер Кей нужен. Вот это вот. Что за ключ нужен? Нет, это другой. Интересно посмотреть, что вот здесь. Очень интересно. Но пока что мы с вами пойдем. И уроним с крыльца бабушку. Не, ну а что у нее, типа, хвастается, ноги у нее работают до сих пор на старте лет. Так сейчас исправим, что она? Что она думает? Ага. Ага, а ты пускай думает у меня. Бабуль. Ёб твою мать, а ты чё уже здесь? Ты же не начала здесь лазить, да? Where are you? Ну ах ты ж, нехорошо так делать. Нехорошо. Вообще нехорошо. Иди сюда, бля. Ща мы тебе, бля, капганы, бля, ставим, бля, сука. Так, бля, аккуратненько. Типа мы такой командос. Аккуратненько. Здрасте, чё, пёсы меня хотите? Зря вы так хотите сделать. Так, итак, нам нужно. Что нам нужно? Чтоб кончилась война. Но нет, нам нужно тут сбежать. Что нам нужно? Что нам для этого нужно? Чё-то дофига всего нам нужно. Пойду заправлю машину. Газолинчика залью в машину. Подожди, а там бак в багажнике, бак закрыт. Бабусь, ты побледнела что-то. Ну-ка, свали нахер. Уйди нахер отсюда. Спокойно. Спокойно. Бабушка отдыхает, не мешайте, не шумите. Бабушка отдыхает, бабушка на пенсии, и в принципе все, уже ничего не надо. Так, бабушка еще не появилась? Это хорошо. Это хорошо, а то возникло бы у нас с ней недопонимание небольшое. Почему она уже жила, я так шумлю. Так, здравствуйте. Каркей. А потом можно и газолинчика будет залить. А? А, корм птичий! Кому это вообще интересно? Что-то бабушка заспалась. Бабушка что-то заспалась совсем. Мне кажется, нас обманывает. Мне кажется, она хочет меня где-то подловить. Типа, она еще спит, и я типа куплюсь. А оказывается, она уже не спит и следит за мной. А, птичка сидит здесь. Я насыпаю ей сюда корма. Такая, арррр, Вася, дай покушать. Я такой, оп, и ключик забираю. Ну, у меня был дробовик, мне было плевать. Зачем мне идти на переговоры с птицей, когда у меня вообще... Я бы вообще разговаривать не стал. В ебасосину с разбегу дал бы. Клюв ее через жопу. Вылез бы у нее. И все. Какая спортсменка, комсомолка. Молодая, красивая спортсменка, комсомолка. Бегает по ступенькам, как будто ей всего 30 лет нет даже. Как наливать? А. Бусь. Дробовик просто имба, и дробовику. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да где ты, ёб твою мать?
Иди сюда, я громлю. Я сидел на твоем кресле. И... Hello, motherfucker! Как дела твои? Как старые ноги? Как артрит? Как простатит? Как, короче, все остальное твое? Сколько ты лет уже? Ты скоро помрешь уже. Дом в наследство, когда уже перейдет мне? Хватит уже жить тут. Хватит уже тут жить вообще. Алло, я чё сюда приехал-то вообще? Собственно говоря. Пам, 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 пам и пам. И вот пам. О, нормально. А сюда аккумулятор еще нужен. Блин, аккумулятор. Закрывай багажник. Багажник нам больше не нужен. Нужно аккумулятор, открыть двери, ворота и убегаем отсюда. На спайде. Нужно Спайди поговорить, что он себя нехорошо ведет вообще. Колодец. Там, надеюсь, есть молоток, и мы проверим новую комнату. Новая комната, нужно узнать, что же там находится. Что же там находится? Что у нас там? Давай вылази, Вася. Сейчас здесь будет арбуз, я разрублю арбуз. В арбузе будет ключ от паука. Ну, либо здесь будет молоток, и мы сразу узнаем, что там за секретная комната. Молоток! Отлично. Внучек, внучек, внучек. Внучек, внучек, внучек. Настала внучка. Закрыто. Очень интересно, куда эта дверь ведет. Это интересно, ее можно открыть или это тайна? Это было весьма громко. Ё-моё. Ё-моё. Ой, кстати, а говоря, кстати, отсюда ж не сбежать, да? Ты можешь попытаться убежать, но отсюда не вылезти, да? Отсюда не вылезти, да? Угу. Очень интересненько, отсюда теперь не вылезти, да? Да-да-да. Ну и бабушка сюда со своими больными коленками не пролезет. Кстати, она, скорее всего, еще даже спит. Я это уж не слышал. Блять! Ярик, блять! Газу, 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 газу! Ярик, вай! Вай-вай-вай, какая бабушка! Просто дыбушка красавица! На старый сморщенный чернослив. Извини, я просто уже убежал, мне не нужно было тебе комплимент уже делать. Потому что ты меня уже не достанешь здесь! Иди отсюда! Уноси свои старые ноги, пока не дали по дороге твоей старой. Давай, вали отсюда. Давай, давай. Давай. Ах ты ж. Хочешь, расскажу тебе шутку? Вот ты кто по гороскопу, а? Ты кто по гороскопу? А? Бабусь. Пиво? Или бабка? Смотри, вот ты по гороскопу бабка, а я дробовик. Нам суждено быть вместе. Не смешная шутка. Чё не смеетесь? Смешная шутка же была. Классная шутка. Классная шутка. Нет, не спорь со мной, шутка смешной был. Шутка был смешной. А то будешь я как с бабушкой лежать. Так, сейчас мы поговорим с её вторым питомцем. А то понаразводил тут курицу какую-то развела тут. Паука развела. Всех развела. Ну-ка, спокойно, не дергайся. Я, кстати, так не нашел щипчики. Возможно, они как раз-таки у паука. Так, там у него есть патроны. Это оставим для бабушки. Бабушке иногда нужно. В качестве лекарственных целей. Лекарственные цели. Только лекарственные цели. Может, ей станет плохо. В нее вселятся бесы. А у меня патроны не останется. Я ж о ней забочусь. Корм тебе положить, говоришь. Ой, блядь! Я ж тебе пи***й дал! Ты чё, хуй? Ух ты, смотри на. Ты смотри на, чё творит, а? Теперь придется на бабушку патрон тратить, потом на паука патрон тратить. Да ёб твою мать! Пи***й дал!
получил. Ось, ты сюда, она как будто с закрытыми глазами шла. Че у меня тут? Вы забайтесь меня решили, вы че, епта? А ты смотри, а чуть тут не откинулся, блин. А один меня чуть не убил. Теперь это тут тебя приперло и пошла нах отсюда. Ходят тут всякие эти, блин, старые, блин. Ну че творят вообще в шоке с них? Просто в шоке с этих упырей поганых. Не тот ключ, ты понял, да? Ты понял, да? Не тот ключ, Вася. А еще шестеренки искать, да где я столько возьму-то? Слишком много всего. А, я, кстати, сюда не ходил, да? А вот и шестеренка. Давно уже пора использовать молоток как средство усыпления бабушки и прочих животных. Чтобы не бегать постоянно за всякими ключами. Это, видимо, просто... Это просто закрыто. Ее нельзя открыть. Ни ключа, ничего там не предназначено. Иди сюда, ёпта. Почему так лагает? Почему такие лаги, блин? Ха, нехорошо это с такими лагами все тут делать. Спокойно. Спокойно. Вы, Вася, задрали. Давай здесь будут щипцы. Так, это нужно скинуть вниз, потому что это мне потом пригодится. Свечка, я и забыл уж про свечку, что в машине нужна свечка. Я вообще про это забыл. Нужен аккумулятор, ключ от гаража и мастера ключ завести машину. Или каркей. Чё заводит машину? Здрасте! Уеет! Упала! Как жаль, что она сломала себе спину и больше мы никогда ее не увидим. Очень жаль. Или не очень. Ну или вам жаль, мне похер на самом деле. Давайте кинем вот здесь вот. Так, нам... Что нам нужно? Я уже все перенаходил. Все уже... Все исследовал. Где-то были... Что-то это такое? Ремонт-контроллер. Ну, чё вам нужен? Какой ремонт-контроллер? Чё? Да, нихера тут не лежит. Ремонт-контроллер! Да-да-да-да-да-да-да, вообще плевать. Ремонт-контроллер я нашел. Моя найти ремонт-контроллер. Вот это хорошо, вот это хорошая новость. Good news. Ё-моё. Что такое? Перцовый спрей! Ага, бабуськ! Бабуськ, иди сюда. Иди сюда. Я ждал, она сейчас дальше пойдет. Она реально сейчас дальше пойдет. Она реально пошла дальше и пью. То есть он ее не вырубает, он просто типа... Он ее ослепил! А на какое время? Я чуть жизни не лишился там, случайно. Смешно. Я сейчас за дробовиком схожу, он поэффективнее будет. Дай сюда. Так, ну-ка, блядь, отойди. Не надо на меня ложиться, не надо. На меня ложиться, не надо. Таких телячек... Отстань от меня, старая. Мы из разных поколений, нам не суждено быть вместе. Я это пытаюсь тебе объяснить, потому что сбежать пытаюсь, понимаешь? Ты меня понимаешь? Ты сейчас объясни, а? Объясни, да?
Где она держит арбуз? Задрала. Где арбуз? Где ключик? Где хоть что-нибудь? Ёпта. Я посмотрел. Мне пришлось посмотреть, где я что упустил в обновлении. Я упустил. Это огромная железная дверь. Как жопа бабки открывается. Открывается на похитрожопом. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать? Ценим сверху. Блять, кажется, я промахнулся. Так, ты должен, сука, попасть. Попади. Блять, чё ху... Ёб твою мать! Иди сюда, бабуся. Бабуся. Ты решила обойти меня с тылу? Ты спалилась. Грязная бабуся. Ща мы сбежим. Мы уже близки. Я уже здесь. Я надеюсь, там будет этот ключ. Я надеюсь, там будет ключ. Я не хочу нести арбуз, но если не там, то где? Именно там он и должен быть. Я надеюсь, я попаду, иначе все пропало. Нужно брать выше. Примерно вот так вот. Дуська, давай! Фриз. Ах ты ж паскуда. Вот, кстати, как можно заморозить бабусю. Май. Видимо, это фризинг трап. Это ловушка. Короче, как капкан, тут бабка наступает, она типа замораживается. Давайте проверим, что ли, как это работает. На всякий случай у меня будет выстрел. Осталось пошуметь, чтобы она пришла к нам. Сюда подошла быстро, я сказал. Я избранный. Я избранный. Я избран тебя уебошить. Я чуть не лишился жизни из-за этой х**ки. Тупая ловушка. Я не знаю, она ее обошла просто на язычах. Главное, саму не напороться. Я не хочу проверять на себя. Пошло оно, и мы пошли. Все, пошло оно все нахер. У нас есть 2 минуты, чтобы свалить отсюда на машине. Врум-врум, заводим свою бибику и сваливаем отсюда нахрен вообще. Да, ёпты. Ёпта, все под контролем. Давай, быстрее. Погнали отсюда. Давай, Ярик, давай, курчавенький, давай. Ярик, ты издеваешься? Давай. Ярик, давай, пам! Еще разок. Сейчас проснутся соседи. Ё-моё, какая музыка. Мы еще встретимся. Сучка крашеная. The end. Ё-моё. Сейчас самое время, чтобы подписаться, поставить лайк, открыть описание, потому что там есть ссылочка на другие интересные видосики, и ознакомиться с ними, а также поставить колокольчик, включить колокольчик, позвать друзей, написать комментарий, подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видосики, как бы, и чтобы нас было больше, и подписаться на мой инстаграм, чтобы нас там тоже было больше, а сейчас мне пора. Если вы понимаете, о чем я. Всем удачи, всем пока-пока.